Здравствуйте. 8 августа, второй лунный день. Сожжение Бархасват, день стихии ветра с элементом железа, день священнослужителей. Благоприятен для обучения высшим знаниям, давать наставления, принятие учения, обеты, медитации, размышления, печатание книг, в дальнюю дорогу, сажать семена, деревья, определять месяц строительства. Благоприятен для всех влиятельных и конкретных дел. Также посадки семян, развитие очага во всех развивающих делах. Воздержитесь в этот день от операции и лукавливания. Благоприятен для людей, родившихся в год собаки, тигра. Неблагоприятен годам зайца, курицы, мыши. Ребенок, родившийся в этот день, будет наделен достатком, благоречивым, зависимым. Илгинском доцанец Хуров Харзай, защитники Кумбал Хамо и Жамзан Сакюсаны, защитники доцанов и Таунхан, защитники семейного очага. Начало 9 часов утра. Будьте уверенными в своих возможностях.